не подписанных. Ребята, 80% подписчиков не подписаны до сих пор на мой канал. Давайте исправлять это недоразумение, чтобы не пропускать каждый мой новый топовый видеоролик. Так что спасибо тебе огромное за это. Ну а мы погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас уходит новое топовое видео. Сегодня я вам расскажу, что такое бисмус обновление, и в принципе отвечу, когда оно будет. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком, ну и также, ребята, давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 253. Как только набираем это значение лайков, так сразу выпускаем новое топовое видео. Ну а что ж, приступим к видосику, погнали, расскажу. До сих пор не знаю, где взять качественные и очень хорошие ули, то я тебе в принципе расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хорошие ули. Для этого тебе просто нужно зайти в описание либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я в принципе для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот ули, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи. Но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребят, как вы понимаете, вчера у меня был ролик, в принципе, да, многие знают, что это мой старый ролик был, но он максимально интересный, и все задавались по этой теме. И, кстати, у меня очень много комментариев от моих подписчиков. Ребята, спасибо вам огромное, что ребята говорят: Костя, будь более позитивный, поскольку, ну, ребят, да, я с того времени, там, сколько уже, полтора года прошло, с тех моих роликов таких веселых, и мне просто много комментариев написали: Костя, верни обратное хорошее настроение. Я хорошо, ребята, всегда могу быть в настроении, если вы, конечно, хотите. В последнее время мне просто нравится, как вы меня настолько сильно поддерживаете. Ребята, спасибо, вы просто всегда меня греете, просто добрым словом. В общем, вы все меня греете. Ну, в общем, сегодня хочу вам рассказать, что такое бисмус обновление, поэтому давайте расскажу. В общем, ребята, которые не знают, что такое бисмус обновление, в общем, это называется новогодний праздник. В переводе бисмус — это, короче, новогодний праздник пчел. Вот. И как вы знаете, бисмус, в общем, бисмус обновление у нас выходит раз в год, выходит оно в Новый год. Ну, как бы странно это ни звучало, да, это праздничный день для симулятора пчеловода, то есть и Новый год. Симуляторе пчеловода, и в общем, он так и называется. В общем, самое масштабное обновление, когда у нас выходит в игре, это называется бисмус обновление, кто не знает. Также мои ребята, мои подписчики, можете меня дополнить в комментариях, добавить словечко насчет бисмуса. Самые главные изменения, самые главные призы, в общем, там очень много что добавляется, это добавляется в бисмус обновление. И поэтому как бы оно называется бисмус. Надеюсь, не будет больше таких вопросов, что такое бисмус обновление. Зайдите, если что, в комментарии, кто не знает, и мои подписчики уже по-любому написали что-то хорошее насчет бисмус праздника. Так что как-то так. И часто задаваемый вопрос: как вы знаете, в этом году у нас не было бисмус обновления, ребята. Когда оно будет, никто никогда не знает. Но, как вы знаете, из последних сообщений автора игры, то есть это разработчика нашего, его зовут, если что, Анет, это ник его в игре. В общем, вот, Анет, последние сообщения были, это то, что через пару недель выпущу бисмус. Как понимаете, бисмуса не было, поэтому ожидаем либо ближе к лету, либо летом, уже можно считать лето, да. В общем, летом, возможно, что-то Анет добавит. Как вы знаете, у нас готовится новая вещь, это кокосовый пояс. Очень надеюсь, что он выйдет летом, ну, либо же, возможно, какой-то будет обновление в виде бисмуса в летом, да. Ну, кстати, очень крайне я в это не верю. То есть даже можете не надеяться, скорее всего, такого не будет, но возможно у нас что-то будет летом. Так что лучше подготовиться, конечно, но обновление, если честно, у нас ровно через месяца 4, через месяцев 5 точно 100% будет. Но
Что будет летом, я, честно, не знаю, поскольку наш разработчик даже с нами не общается. Он настолько сильно на нас обиделся, что даже не отвечает в своем официальном Discord-сервере симулятора пчеловода, что он вообще делает. То есть он добавляет новые вещи к себе в разработку, в инвентарь в Роблоксе. То есть можно их посмотреть, посмотреть, что он добавляет, что он новое делает. Он делает дофига нового, но как бы он не сообщает, что это такое. Ну, как вы знаете, мы и сами можем догадаться, потому что там надпись есть, как эта вещь называется. В общем, как-то так. Надеюсь, рассказал. Предлагайте свои идеи, предлагайте, какой ролик мне следующий заснять. В общем, да, предлагайте, какой гайд мне записать. В общем, все пишите в комментариях. Сегодня рассказал, в принципе, быстренько, кратко про бизнес-обновление. Надеюсь, больше таких вопросов не будет. Да и в дальнейшем, кто будет начинать эту, в эту игру играть, будет уже знать, что такое бизнес-обновление. Поэтому считаю, это очень такой торжественный и интересный ролик. Поэтому, ребята, всем спасибо большое. Знаю, когда мне плохо, все мои подписчики меня согреют. Поэтому всем до завтра. Пошел читать ваши сейчас комментарии, но всем до завтра. Спасибо, что сегодня все были. Всем до завтра.